Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Сегодня проводил вебинар «Постановка целей и их выполнение». И что хотел сказать? Хотел бы написать, я попросил, конечно, моих зрителей написать отзыв, но напишу отзыв, наверное, первый я. Если вы не хотите ничего менять, если вы хотите жить со своими бухими корешами, если вам надо идти на работу в 6 часов утра, для чего тогда вам нужен интернет-бизнес? Для чего вам нужен дополнительный заработок? Ходите на работу, общайтесь со своими корешами, общайтесь со своими друзьями. Зачем вам портить с ними отношения? С ними вам хорошо. Ведь у вас 5 кредитов, ведь у вас ипотека на 20 лет вперед и все остальное. Вы живете в своей зоне комфорта. Для чего вам менять свою жизнь? Подумайте еще раз об этом. И если вы созрели для интернет-бизнеса, ссылка на регистрацию будет под этим видео. Приходите, регистрируйтесь, научим и приведем к вашей цели. Если она у вас есть. Если у вас ее нет, извините, вам с нами не по дороге. На этом заканчиваю. Всем привет.